когда я, собственно, выбирал для себя программу, и я об этом чуть-чуть позже расскажу. И вот сейчас, когда Ирина Васильевна вам об этом рассказывала в ходе своей презентации. Надо сказать, что сейчас я прочувствовал действительно суть некоторых моментов более глубоко. Это связано в том числе и с тем, что я поучился тем дисциплинам, которые непосредственно преподает Ирина Васильевна, и они, во-первых, действительно крайне релевантны на текущем рынке, и я это вижу в ходе своей ежедневной работы, и, во-вторых, они действительно преподаются в таком ключе, что создают некую базовую основу для понимания ценности создания, стоимости, управления этой стоимостью. Для меня лично эти предметы были очень интересны, и, собственно, сейчас я пишу свою выпускную работу именно на эту тематику. Вернемся немножечко, наверное, к такому интродакшену. Я чуть-чуть расскажу о себе. Я сейчас заканчиваю второй курс по программе «Корпоративные финансы». Это мое не первое образование, скажем. Первое образование у меня было больше по экзаменам, может быть, чуть позже Ирина Васильевна добавит. Давайте я расскажу свою историю. Просто, на мой взгляд, это интересно и откроет разные аспекты обучения, которые я лично увидел. Итак, это мое не первое образование, как я сказал. Первый раз я начинал учиться в 2000 году. Я получил высшее образование в сфере градостроительства, так скажем. Это больше инженерное такое образование. Тем не менее, оно было связано в том числе и с оценкой, так как любое городское хозяйство – это нечто, что также двигается, так скажем, экономическими процессами. После этого я получал профессиональную переподготовку в сфере оценки, дополнительно пытался учиться на психолога, и много разных идей ко мне приходило в голову по обучению. И, собственно, спустя уже достаточно много лет я в очередной раз задумался о том, что мне интересно было бы поучиться уже осознанно, понимая, зачем мне это надо, и попытаться именно пополнить свой багаж знаний. Собственно, сейчас мы как раз и переходим к тем мотивам, которые мы двигали, когда я выбирал и программу, и, в принципе, второе высшее образование. То есть первое – это… извините, вот что я не сказал, помимо того, что я выпускник второго курса и студент второго курса, я являюсь директором компании КПМГ, и работаю я уже достаточно много лет в департаменте инвестиций и рынков капитала. То есть это департамент, который как раз консолидирует несколько различных направлений. Это и transaction services, и restructuring, и корпоративные финансы, и M&A департамент, и департамент, который занимается привлечением финансирования. Все это время у меня был опыт такой, так скажем, секторально ориентированный. В этом я тоже вижу большую ценность. Тем не менее, вот эта траектория развития, которую я имел через практику, она, с одной стороны, формирует меня как специалиста в конкретной отрасли, с другой стороны, она сужает несколько мой кругозор и фокусирует на проблематике именно конкретных, так скажем, вопросов, которые встречаются в этой отрасли. И, собственно, первый, наверное, мотив, который был у меня, это расширить свой кругозор и понимание в сфере финансов. А это важно, и я объясню потом на практических примерах, почему это важно. Второе – это актуализация своих знаний. Я действительно получил много опыта через практику, обучение внутри корпоративное и прочие самостоятельные какие-то инициативы. Но я понимал, что наука, и я это видел и чувствовал интуитивно на тот момент, она двигается и развивается очень активно. Вот то, о чем Ирина Васильевна говорила – преподаватели проводят исследования, изучают статьи, пишут статьи и глубоко погружены как в практические, так и в методологические аспекты. А в наше время методология и вот эта такая фундаментальная суть нашей деятельности в финансах – это на самом деле очень важный
элемент, потому что посчитать цифры – это одно, но правильно знать, как и какие цифры нужно анализировать, где их можно достать и как с ними работать – это работа действительно высококлассного аналитика. Собственно, вот, так скажем, актуализация своих знаний. А, так. Дальше, так скажем, мотивы, которые мы двигали, это мотив, ну, общее, если говорить, личностного развития. Учиться и развивать свой мозг – это крайне важная задача, и вот просто работая, мозг действительно работает и включается, но, как правило, это происходит по определенной схеме. Любой учебный процесс, он включает мозг просто капитально, это и память развивается, и мышление, и я лично испытал много разных эффектов, тоже о них чуть позже скажу, это уже было в ходе обучения, я еще этого не предполагал даже. Ну и, собственно, мотив эффективного использования времени. Я понял, что у меня есть свободное время, и я понял, что я бы хотел его действительно с какой-то пользой для себя, пользой личностной, развития головы своей и поддержания тонуса интеллектуального, так скажем. Вот, собственно, я подумал, посмотрел, у меня было несколько траекторий обучения, я думал сделать себе свою программу какую-то, выбрав компетенции, которые я хочу развить, и пойти и попробовать взять их именно так фокусно, так скажем, фрагментарно. Но, получив рекомендацию от уважаемого мной человека, я решил пойти по пути фундаментального, полноценного образования. И ни на секундочку не пожалел, и вижу в этом большую ценность сейчас. Вот. Собственно, в ходе обучения я, если честно, понял, что вот эти мотивы или бенефиты, которые можно получить, они, честно говоря, гораздо больше. Я, знаете, получил такой свежий взгляд на даже ту же работу, которую я уже привык делать определенным образом. Это были такие, знаете, творческие мотивы, когда вот в ходе обучения надо презентации делать, что-то создавать. И это не совсем работа, которую там, я привык делать. То есть мы тоже регулярно делаем презентации, отчеты, модели и все прочее. Но тут вот такой посыл творческий был, и я даже поменял, вот, честно, вот в ходе обучения поменял подход к оформлению и презентации того, что является результатом нашего интеллектуального труда. Я очень сильно оценил доступ, который получает любой студент к научному сообществу, к профессорам, которые преподают в университете, которым можно действительно задать волнующий тебя вопрос и получить компетентный, всеобъемлющий ответ. И это действительно важно, потому что не всегда вопросы они простые и понятные, и иногда нужно вот в ходе какого-то такого мозгового штурма искать ответы. Это потрясающая возможность как раз делать с профессиональными педагогами. Безусловно, это новые друзья. Это, знаете, у нас на курсе много молодежи было, но тем не менее, даже несмотря на разницу в возрасте, это, во-первых, энергетически заряжает, во-вторых, встречаешь открытых, интересных, супер инициативных людей, которых очень приятно, и вот я с некоторыми из них дружу и очень рад тому, что даже вот этот аспект личной жизни у меня неким образом изменился в ходе моего обучения. Дальше я бы перешел к своей оценке или восприятию той программы, на которую я попал, и как я это увидел или почувствовал. Надо сказать, сначала, естественно, когда начинаются предметы, обучение, есть некий адаптационный период, когда, ну, для меня это было спустя более чем 10 лет обучения, надо было въехать. И к концу или середине второго семестра я действительно почувствовал, что обучение – это не просто изучение дисциплин, по крайней мере, в этой программе, а я почувствовал, насколько предметы взаимоувязаны между собой все. Начинаем один предмет, ну, на примере финансового моделирования, просто техническое финансовое моделирование. Потом был предмет, связанный с реструктуризацией, потом связанный с M&A. И вот вся эта тема, она сквозь все эти предметы идет. И мы, вот инструментарий, это пример всего лишь частной финансовой модели,
мы реально видели, как с разных сторон этот инструментарий используется в ходе профессиональной деятельности, как он в сделках M&A используется, а как привлечение финансирования, а как венчурном инвестировании, а как с точки зрения реструктуризации фирмы или долга. И это и вот складывается, знаете, такая полноценная картинка вот того, что предмет, он, его можно увидеть и использовать абсолютно с разных сторон, а базовые компетенции, они, ну, фундаментальные, базовые, их ограниченное количество. И тут вот как раз нас учили очень грамотно видеть и применять их, и как в теории, по крайней мере, и на практических занятиях, как они применяются. Отдельно хочется, знаете, что отметить, что вот это, опять же, мое личное наблюдение, что программа, она интересна разному кругу слушателей. Большая часть людей, которые самоучились, они были студенты, которые только что закончили бакалавриат. Часть из них являлась уже людьми, которые учились и параллельно работали. И я – это человек, который уже с достаточно большим опытом работы непосредственно в этой теме. И вот для всех этих трех кластеров слушателей, на мой взгляд, есть определенные конкретные, точнее, бенефиты, которые можно получить. Вот. Если говорить про себя, я, например, честно, обучаясь, я для себя начал открывать новые элементы вот, даже той же деятельности и инструментарием, которым я пользовался, финансового анализа, открывать новые его аспекты. И при желании я мог в них погрузиться и чуть-чуть разобраться больше. Где-то, знаешь, как это работает, я получал научное объяснение, подтверждение того, почему это так работает. И простыми словами, как нам, студентам, объясняют, я могу объяснить это своему клиенту. Вот в расширении кругозора я вам могу сказать, в чем в практическом плане проявлялось. Я видеть проблему стал гораздо шире, и подходы к ее решению. Вот сталкиваясь с проблемой, да, клиентской какой-то, на уровне директора я не только занимаюсь выполнением проекта, а уже в меньшей степени, а я решаю задачи, которые стоят перед собственниками компании, финансовыми директорами, инвестиционными департаментами. Ну, разные клиенты у нас бывают. И вот эта ширина взгляда, знаете, создает такое более прозрачное видение проблемы, ощущение, что я, во-первых, могу ее идентифицировать, и более того, я даже понимаю основы, как теоретически ее можно решить. А практически КПМГ – это штат большой, где профессионалов в любой отрасли есть, и я могу прийти, найти человека, но самое главное – увидеть, идентифицировать проблему, понять, кого здесь надо привлечь, и понять, что они решаются, есть практически способы решения этих проблем. И вот это я начал в ежедневной своей работе видеть, и те вещи, которыми я начал заниматься, они существенно расширились, потому что я не боялся браться, я видел, где можно действительно помочь и как можно помочь своему клиенту, и это расширило, собственно, мой портфель проектов в частности. Вот сейчас я участвую в проекте по IPO-диагностике. Вот я раньше не знал, что такое, ну, глубоко не понимал, что такое IPO, а тут мы столкнулись, и партнер, который ведет этот проект как лидер, мы с ним обсуждаем, а что такое рейтинги, а что такое советы директоров, а почему это важно, а что, в принципе, процесс IPO предполагает. Я, имея основы, могу понимать и говорить с ним на одном языке, и быть проводником, когда это нужно, между клиентом и нашим персоналом, который решает вот эту техническую задачу. Было ряд других вопросов. Это тоже буквально вот прошлая неделя. Это акционер обратился с вопросом по разработке системы мотивации своего топ-менеджера одного. И понимая, чуть-чуть разбираясь в финансах, что, надо сказать, вот в этом поколении не так часто встречается управленцев, он понимал, что важно привязать это к некой создаваемой стоимости компании, настоящей стоимости, true value своей компании, и что она действительно, развиваясь, он может сделать выгоду себе и, собственно, за это вознаградить своего топ-менеджера. И тут же опять я вспоминаю все предметы, и даже ту работу, на которую сейчас я пишу, на свою выпускную курсовую работу, это... Диссертацию. Диссертацию, да.
это диссертация, это более серьезная. Это вопросы создания стоимости компании, а что существуют детерминанты, а что вот все то, чему меня учили, я тут вдруг понимаю, что вот оно на поверхности, и все этими вопросами озадачены. Подводя, собственно, вот итог к своему, да, блоку бенефитов, это по-настоящему расширяет ту пользу и тот обратный, так скажем, эффект, который вы можете создать для своего клиента. А клиенты покупают именно интеллект, именно опыт и именно вот способ мышления, который может решить задачу, которая вроде бы кажется либо сложной, либо иногда даже недосягаемой.